Доброго утра всем. 8 утра, но я проснулась где-то в 7.30, в 7.40. Была еще в интернете. Сейчас буду завтракать. Кофе уже поставила себе. Такой вот сыр купила, что-то типа пармезан. А, не пармезан, а как это, моцарелла, вот. Такой вот он кругленький. И очень хорошо он плавится, родня его всегда на пиццу берет. Вот сейчас бутерброды с сыром, кофе. Вот так вот, мужчины мои на рыбалке, там уже столько рыбы наловили, сказали, что уже полведра, и фотки прислали. Сейчас покажу вам, такая прям крупняха. Я имею в виду крупняха, а по сравнению с тем, вот у Антохи вообще такая, я думаю, что с ладошку где-то рыба. По сравнению с тем, что у нас тут ловится совсем вот такая вот малюська. Так что это для засолки как раз будет крутая. Пуля наш там хочет сделать, ну, дома приехать, сделать сушилку для рыбы, чтобы вот этой москитной сеткой каркас обтянуть, чтобы муха туда не залетала и не портила нам рыбу. Так, вот мой завтрак, кофе, решила еще рагу поесть, там еще немножко осталось, оно вообще безумно вкусное, вообще клевое получилось. Дети могут даже, знаете, мясо не есть, но вот это вот все они едят. Вот сырок себе порезала, ну халву еще, наверное, поем. В общем, знаете, у меня сейчас такой завтрак, который съешь сам. И ни с кем не делись. Так, я тут пока чищу картошку на суп. Мои мужчины уже приехали с рыбалки, побегу их встречать. Да. Сколько? 117 штук. Антоша поймал 5 трофейных, самых больших. Да ты чё? Ух ты, сколько рыбы. Давай. Так помыть теперь ее надо, да? Афоня, Афоня, ты ловил? Ла-ла-ла. Рыба? Да. Как ее называют? Рыбка. Рыбка? Привет, сынок. Ну что, вы устали, наверное, ловить? Спать хочется, Антоша? А ноги где? Ты погрязила. Да он спал. Спал? Нет, а ноги какие еще в садичных сандалях? Покажи, ты в садичных сандалях? Я говорю, пойдите руки помойте, а там... А? Так Антошка поймал 5 трофейных, самых больших. Молодец. Ты что, устал? Ну иди под навес, разбувайся, надо помыть твои сандалики. Вот сюда, пап? Нет, а к мастерской, аккуратно. Все, помыли рыбу, теперь засыл. Последняя сеть. Что это было за последняя сеть? А кто первый поймает 5 рыбок? Я поймал первый. Ну он поймал, а следом Антоша поймал. Ну Антоша рекордсмен у нас по крупной рыбе. Так, Афон, сядь. Большинство он крупное. Антоха, да. Ты всю большую? Я вам всю большую выловил. Молодец. Я еще луком рыжу, сыграла рыбу. Да, у него сорвалась крупная, следом. Антоша поймала, да? Глянь на него, на этого арбузного мальчика. А там, конечно, намного жарче, чем здесь. Да? Там сидишь, да. Сейчас я... Гриша, а руки не надо бы помыть, а? Давайте Афоня, руки... руки помыть руки не надо? Помыть. Я мыл. Где ты мыл? Нет, он мыл сейчас с мылом. А, здесь? А я тут... Мама, опять плачет. Все, все, хватит. 3, да? Надо же гнётик его положить. Да, я сейчас занесу туда. В этот. Мам, а у нас растет виноград с матом рыб. Мы вчера на втором этаже убрали. Мы с Женей смотрим по СТС кино. Как она называется? Шеф. Про повара. Ну, такая прям французская комедия в стиле такси. Прикольная. Я тут расписываю платья. Пряничные. Так я уже упаковала прянички, платье, вот так вот они выглядят. Вот такой хоровод из платьев. Знаете, во что я их упаковывала? В рукав для запекания.
Вот эта вот пленочка, это рукав для запекания. Я его порезала и вот так вот упаковала. Мы выехали. Это она выехала, а мы поехали. Да. Ай, у тебя под это. Да, тебе там что-то упало. Все, Зая, пристегивайся. Не, ну подними, ну ё-моё. Зая, пристегивайся. Ладно, сама нарвалась. А когда-то кто-то говорил, обманки нет, я люблю быть да защищенной. Я защищенной. Посмотри, он назад, защищенной. На Чапаеву вроде хотят, ну сейчас хорошая там. Бля, да, это катки, да? Нет, что-то... это агрессия. А то вперед катки повезли. А куда ж они поехали? Дорогу делать какую-то. Просто так бы их не... Ну так вот, мы делаем селфи. В общем, поехали. До Титеровки уже доехали. Короче, у нас поехало. Уже до Титеровки доехали. Поехала, да. Носом. Я думала, что было закрыто. Так это так, когда все? Ты видишь, оно закрывается. Нет, ну я же могу и тут же закрыть. Не, все ну, нормально? Ты закрыла, ну. Даже сдача еще была. Крутяк. Нам еще последний месяц, следующий, да, и кредит на телефон, все. Скажите факт. Так, все, пристегиваемся все, детки. Кредит, Григорий. Это рассрочка. А, это рассрочка была? Да. А-а-а. Так, все, мы заезжаем в центр Краснодара. Центр Краснодара. Шоколада. Это блин, это овчанка. Чёрт. Краснодар. Краснодарский газ. Да. Реальный такой газ. Ага. Так, все, мы это... один раз. За сколько? Ты вообще быстро нашли практически. Ну, потому что муж вел, а не женщина. Я не знаю, почему про Сусанина есть это, надо было Сусанку какую-нибудь. Там вообще бы... Правда была, да? Да. Че вы не это, че перелазить? Как кнопка там есть. Где? За июнь, да, нужен сыр, а не Орео. Все вместе приехали, да, Ариши? А главное блюдо – сыр с колбасой. Точно. Но почему? Мама! 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 Положи мне, Лиса, не хочешь играть? Положи мне. Или Ариша дай его. Марго, у нас тут концерт. Пошли. Давай, руку. Афонь, ты обуваешься? Да. Давай. Антош, тебе нравится такая? Я уже пилил. Молодец, здорово. Сюда тоже можно залазить. Тут только неудобно. Да ничего. Ой, это что такое, столик? Это мини-борка. И ты залезла? Молодец. Не, ну для Ариши все равно. Слушай, ты не мини. Да, дочь? Не, ну здорово. Афончик машину нашел, молодец. Арина не готова. Тебе нравится, сына? Ты мыслитель, Антоха? Нет. Там папу, правда, дали. Не, Афоня там нормально. О, Зоя сейчас будет даже на горке кататься. Все, спускаемся, дочь. Ой, Зося, да, она грязная. Да уже чисто. Привет. Ты так высоко забрался? У нас у него мощная, 14-15. Тебя покатать? Мадам, давайте сами. Сюда иди, полезь. Зой, вы куда поехали? Спать? Там всякие лазят, ну все же. Ну, не, ну там таких сильно же нельзя, как в садике. Это же все, сейчас же опасно, даже качели же опасно, в садике же убрали. Ты что? Нет, в старшей группе есть. В старшей есть. В младшей, где Афони, нету.
Тапань, тебе тут нравится? Мама нравится. И тебе надо пузыри? Да. Ты сейчас тете Ире скажешь, можно мне пузыри, да? Да. А мне пузыри. И тебе надо пузыри? Ну, сейчас тетя Ира нам будет дуть, а мы будем их лопать, да? Прячься. Где Ариша? Спряталась. Не видно. Нет. Зоя, ты где? Зоя, ты только не трогай. Это чистые вещи. Ты так пробегай, хорошо? Я плачу. Ты спряталась. Где Зоечка? Зои нету. Афоня. Зоин, только не трогай полотенце. Ты видишь, что оно чистое. Ку-ку, мой зайчик. Я падаю. Ну и выходи теперь. Зоя, ты умеешь сама? Я не знаю. Лапай скорей. Ой-ой-ой. Афоня, ну давай еще дуй. Хлоп. Все, да? Хлоп. Молодец. Там нет мыла. Есть? Там нету мыла. А что ты тогда моргаешь от мыла? Там нету мыла. Нет мыла. О, есть мыло, видишь? Только пузырись. Опа. Афонь, ты не на цветочки дуй, ты дуй на этот, на дорожку, чтобы девочки могли, слышишь? Дуй так, чтобы Ариша лопала. Вот. Опа. Не шурши в цветы, пожалуйста. А ветер туда что-то. Какие? Высоки! Высоко, высоко полетели, да? Высоке, высоке. Ой, как высоко, да? Как тебе стулья? Я думал, ты спросишь, как я тебе. Как стулья. Стулья хорошие, удобные. Да? Афоня, как тебе стулья? Не хорошие. Реклама, реклама. Почему? Не дули. Вставай. Не беги. Надо дуть. На месте твои пузыри, на месте, не переживай. Как покажи. Ариша, ладно, если бы там было она, смотри, внимание. А то просто смотри, посреди двора идет. И с ножками толкает. Туда можно и машиной заехать было, и вообще так. Ну как? Где? Я ради чумороженый. Я пока не хочу. Я дыню лучше. Да, блин. Если черно-белый. Ваш, да, черно-белый. Вот. Зоя, все хорошо? Ну что, кто ведет серый? Ничего. Ничего? Пока ничего. А что тут еще? Ты кушай. Прикольно, конфеты в аквариуме, да? Это ж такой этот. На. Мам, конфеты? Я хочу сладкой воды. А вот у Афони. Да ну что, все заснули? Все заснули, Маргарита. Не слушает или засыпает? Засыпает. Засыпает? А песенку, может, ей надо спеть, нет? Не надо? Вон, засыпает, да? Ой, что, не дует? Тут еще, мы как ехали? До церкви, потом направо. Это ему же уточек еще. Понравилось? Да, хорошо. Классно. Ну мы вот, у нас... Ой, комарин. Короче... Дай косичку. Ну дай косичку. Прикольная игра, да? Даже я на телефоне была. В шахматы. Шаш. Такие же, как я, посмотрите. И не Сережа это, и я. Афонь, что это такое? Ку-ку. Да что за мальчик, одуванчик? Это ты? Да. Пока. Афонь, ты сейчас порвешь. Не нужно этого делать. Ты слышишь меня? Да что за родео? Ну как тебе в детском саду? Ариш, ты в садик пойдешь? Ариш, как пряник? Тебе понравился? Мне так и понравилось. Играет? Их вот тут цветы.
Та-та. Маргоша, иди, мы тебя поцелуем и поедем. Вот такая, нормально. Мы с тобой поедем. Дайте мне посмотреть, дай. Маргарит, поехали, ну, ударилась. Светишь, что видно лучше. Там самолетов нет. Сынуль, чего ты? Спать уже хочешь? Давай умываться. Давай, будем ложиться. Афонечка, пойдем спать? Давай только умыться, надо ручки помыть. Давай, котик. Мы уже дома. Все, ложимся отдыхать. Сейчас иду умываться. Пойду смонтирую видео. Уже завтра утром его буду выгружать на канал. Завтра на больницу с Антохой. К неврологу, по-моему, к первому. В общем, попробуем зайти к ортопеду. Не знаю, как там получится. Пустят нас без талончика. Если нет, то в пятницу поедем. В общем-то, вот такие дела. Всем до завтра. Отлично мы, в общем, съездили в гости. Я очень рада, очень хорошо посидели. Поиграли с Аришей, потому что мы достаточно редко видимся. Не то, что с моими любимыми принцессками. Вот. Она, конечно, боится всех, кроме мамы. Ну, не то, что боится. И она, в общем, играет, целует, делится, все рассказывает, показывает, что я говоришь. Но маму надо обязательно держать за руку. Вот, в общем, ладно. Все, пошли отдыхать. Пока. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.